Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Бажаю здоров'я, ви дивитесь 24 канал, мене звати Владислав Новіков, тож ми разом з вами в найближчий час будемо аналізувати поточні події, будемо долучати людей, які допоможуть нам це робити, ну і, звісно, будемо говорити про новини. Тож давайте почнемо, до нас долучається військовий оглядач Давид Шарп на зв'язку. Давид, привітствую вас. Здравствуйте, Владислав, добрый вечер. Я хотел бы начать с уже таких известных трений между Францией и Германией, и вот этими ракетами «Таурус» и прочим, и разными заявлениями о том, что как будто бы Макрон показывал какую-то карту в случае, если Россия нападет на Киев, точнее, опять зайдет и оккупирует, или на Одессу, то вот французские войска будут вмешиваться, потому что это будет катастрофа. Вместе с тем чувствуется какая-то политика. И непонятно, вот Макрон от Шольца требует, давай вот, давай Таурусы, потому что надо, потому что еще 150 причин, почему да. При этом сам как бы остается только в дискуссиях о том, как это все должно быть. А я вот что подумал, у Франции это ядерное оружие есть? Есть. А помочь можно Украине с ядерным оружием? Вообще по-разному. Я тут даже вот не буду говорить о том, чтобы передавать что-то свое, но как минимум заявить о том, что вот, а мы рассматриваем возможность помочь Украине, передать определенные технологии для изготовления ядерного оружия. Я вот погуглил и увидел, что в отношениях Франция-Израиль, как пишут, существует вероятность, что Франция передала Израилю ядерные технологии и материалы в 60-х годах. Израиль никогда официально не признавал владение ядерным оружием, но считается, что у него ядерный арсенал есть. Вот если страны обмениваются чем-то подобным, то в нашем случае почему бы нет? Почему бы и нет? Но, видимо, абсолютное нет. Я скажу более того, безусловно, во-первых, вы правы, в самом деле в 50-е, 60-е годы, в начале 60-х, когда Франция была близким союзником Израиля, и, кстати, потом, ну, я не скажу, предала Израиль, это было бы неправильно, но резко изменила политику и повернулась сугубо из эгоистичных, прагматичных собственных соображений, как они посчитали, что Израиль не соответствует их интересам, и повернулись к Израилю далеко не лицом. Так вот, в самом деле, помогли Израилю со строителем ядерного реактора, со строительством и с ядерными технологиями, кое в чем помогли. Более того, из сугубо вот этих вот прагматичных финансовых соображений вполне построили Саддаму Хусейну в 70-е годы, продали ядерный реактор, понимая, к чему это приведет, но не чувствуя себя особенно озабоченным этим фактом, пришлось этот реактор уничтожать израильской авиации. Так что были времена во французской политике, когда они могли и по причине союзнических отношений, и по причине финансовых, однако передача Украине ядерных технологий в нынешних условиях абсолютно не вписывается в политику ни Франции, ни Запада в целом. Как всегда, во избежание эскалации, я сейчас не говорю о нераспространении ядерного оружия, что тоже действует, потому что либо ты помогаешь в ядерной сфере сугубо в гражданской области, и тогда это ничем не влияет на ход боевых действий, либо военной, а военной это уже нарушение конвенций. Более того, это риск того, что и Россия может в качестве ответного шага кому угодно решить передать вооружение, это риск конфронтации. В общем, это я специально объясняю. С их точки зрения это очень упрощенно. Поэтому ядерным оружием страны Запада сегодня не торгуют и не раздают его. Однако у французов есть возможности помогать Украине больше. И, кстати говоря, в этом упрекают Макрона, когда в его спорах с Германией упрекают, но вы-то нас упрекаете касательно Тауруса, используя это как предлог, но в целом Германия оказывает значительно большую помощь Украине, чем Франция. Франция могла бы позволить себе больше. Французы, кстати говоря, тоже немалый вклад носят. Есть и их артиллерийские орудия «Цезарь», и ракеты «Скальп», и еще немало важного. Но, тем не менее, они могут больше. И интересно то, что Макрон в последние дни заговорил совсем на другом языке. Ну, Макрон большой мастер поговорить. И это не в хорошем смысле слова, однако президент серьезной страны, когда он высказывается, причем последовательно на некую тему,
Этим не стоит пренебрегать. И Макрон говорил буквально недавно и о том, что это не было случайным его высказывание о возможной посылке военных в Украину. И говорил о том, что не должно быть красных линий в помощи Украине. В общем, слова звучат довольно многообещающе, однако за словами должны следовать дела. И если дел не следует некоторое время, то говоривший воспринимается, ну, как человек, который бросает слова на ветер. Тем не менее, я вижу, что он говорит, кроме желания дать месседж России, чтобы почувствовала Россия, почувствовала дополнительную угрозу, я предположу, что за этим все же кроется что-то практическое. Ядерного оружия никто не даст, но вот, скажем так, увеличение масштабов помощи со стороны Франции, видимо, можно ожидать. Я осторожно говорю, видимо, можно. И, возможно, то, что вот о чем говорит Макрон с посылкой военных, что это тоже сдвинется с мертвой точки. Я имею в виду, конечно, не непосредственное участие в боевых действиях французских батальонов, а что-то, что все-таки добавит каких-то плюсов Украине. Ну, во-первых, даже если это обучение украинцев, но уже на украинской территории, это может дать определенные плюсы и в качестве обучения, и в скорости обучения, и, наконец, в стоимости. Да, мне не совсем понятно, насколько это может иметь преимущество в сравнении с обучением, скажем, в Польше, но может. И если это может дать какие-то плюсы, почему бы и нет? Если условные французы смогут, хоть небольшое, послав небольшое количество специалистов или кого-либо, перехватить какую-то функцию украинцев в тылу, а ведь масса задач, большую часть армии находится в тылу и выполняет массу задач в тылу. Это и ремонт, это логистика, это перевозки, являющиеся частью логистики, это обслуживание разных систем, это ПВО, массу вещей делается в тылу. Так вот, если французы, отправив хоть кого-то, смогут вот эту функцию где-то в какой-то точке украинцев перехватить и тем самым высвободив украинский ресурс, это тоже был бы плюс. Ну и опять-таки, видимо, Макрон пытается создать и медийный фон тоже, и, собственно, невидимо, он точно его пытается создать, чтобы Россия воспринимала ситуацию, ну, несколько острее, чем до сих пор, и чувствовала, что что-то может поменяться не в ее пользу. Ну, вот хотелось бы еще покопаться в этой теме, потому что, ну, вот вы говорите, Россия может там ответить тем, что отправит свое оружие. Так некоторые вам могут ответить, что Россия уже передала ведь Беларуси свое оружие. Это ведь тоже уже определенная эскалация. Ну, и если все-таки выбирать, вот с точки зрения Макрона, заставить Шольца сделать это невозможно, постоянно на него давить, это не приведет к результату. Отправлять свои войска, ну, тоже как бы не приведет к результату, и тоже это определенная эскалация, достаточно серьезная, и как общество их это тоже воспримет, большой вопрос. А вот просто, ну, не будет передавать ядерное оружие, но сказать, что думает об этом, это же ничего политику не стоит, по большому счету. Но сигнал достаточно жесткий и увесистый, потому что вот это же противостояние, оно же не закончится в этом году. И оно не закончится на вопросе Россия-Украина. Это противостояние, ну, глобальное. Вот разведка Литвы утверждает, что Россия готовится к войне с НАТО. Там приводят разные данные в своем ежегодном отчете, что Россия очень много денег вкачивала и продолжает это делать в военную промышленность. И как бы вопрос долгоиграющий. Поэтому перехватить эту ядерную инициативу почему нет? Тут ответ с их точки зрения, почему нет, достаточно очевиден. Если ты что о чем-то говоришь, и это не подразумевает то, что ты это сделаешь, это, во-первых, это вызовет разного рода раздражение, но не будет воспринято всерьез. Если ты просто, извините, балабол, то так тебя и будут воспринимать, а заодно и по другим вопросам. Поэтому, если ты угрожаешь передачей чего-либо, будь то неважно, будь то самоходное орудие, либо ядерная бомба, то ты должен быть готов пойти на практические шаги. И, во-первых, к тебе по этому поводу будет много вопросов внутри страны, но главное другое — угроза, которая нереализуемо, знаете, это и воспитание детей тоже, которое постоянно не реализуется, она в итоге не воспринимается как угроза, и наоборот, ты превращаешься в посмешище. Касательно передачи России, доставка России тактических ядерных боеприпасов в Беларусь, это, по сути, то же самое с военной и политической точки зрения, что их переместить внутри России. Беларусь сегодня вассальное, даже, ну, государство формально, но, по сути, вассальная территория для России –
И Россия может так же само переместить их в Псковскую область или в Беларусь, и никакого разницы, по большому счету, это иметь не будет. А имеется в виду, когда мы говорим о передаче, имеется в виду передача реально другим государствам. И когда кто-то один распространяет ядерные технологии, ядерные вооружения, он должен учитывать, что оппонент может в ответ на это, или будучи очень разозленным, передать, пойти на подобные шаги, зеркальные шаги или не зеркальные, еще хуже, и передать кому-то другому, и этот кто-то другой тебе не понравится. То есть это один из доводов, почему конвенция о нераспространении ядерного оружия по-прежнему действует, и почему мало кто заинтересован в том, чтобы некая лишняя страна получила в свое распоряжение ядерное оружие либо самостоятельно, либо от передачи кого-то. Потому что это приведет к дурному, это будет дурным примером, и тогда плотина может оказаться прорвана, и ядерных держав станет гораздо больше, что мало кому нужно, по крайней мере, из великих держав. Так что все это сложно, но вы правы в том, что противостояние оно серьезно, что оно долгосрочно, что идет, по сути, настоящая холодная война нового типа. И странам Запада желательно было бы воспринимать эту войну ближе к сердцу, что называется. И это должно отражаться как в собственной подготовке собственных ВПК и вооруженных сил, так и во всем, что касается помощи Украины, и Украине, и медийной политики в целом. То есть это, если надо, это и угрозы, это и санкции, это и экономические шаги. И политика, и стратегия здесь должна быть последовательной и достаточно решительной. Но в противном случае она просто, когда она не до конца последовательная и не совсем решительная, и результат соответствующий, хотя, казалось бы, все хотели результата получше. А вот чтобы он был получше, нужно и действовать соответственным образом. Угу. Услышал вас. Вот мнение военный аналитик Дара Масикот в интервью Foreign Affairs сказала следующее, что, по ее словам, война в Украине летом может достичь точки невозврата, если Запад не вмешается и не предоставит Киеву оружие и боеприпасы, необходимые для продолжения борьбы с оккупантами. Вот хотелось бы с вами, как с военным аналитиком, также поговорить на этот счет. Разделяете ли вы такую оценку происходящего? Действительно, существует ли угроза какой-то точки невозврата, как вот говорит данный аналитик? Я не очень понимаю, что она имела в виду под точкой невозврата, и, возможно, это должны с ее лично некие пояснения, конкретную ситуацию, чтобы она описала. Я могу высказать свое мнение. Значит, если помощь Украине до лета и лета включительно не будет в должных количествах, тревожная и негативная тенденция на линии фронта продолжится. И это приведет, естественно, и в первую очередь мы имеем в виду американский пакет помощи. То есть если он не пойдет в достаточно обозримой перспективе, то на практике это, безусловно, отразится на фронте, потому что многих боеприпасов и систем будет не хватать или придется экономить даже то, чего хватает, в расчете на худшие будущие времена. И поэтому ситуация, надо смотреть правде в глаза, в этом случае будет ухудшаться. Насколько это невозможно судить, но объективные признаки говорят за это. С другой стороны, тут все в руках конгрессменов и собственно, руководства Соединенных Штатов. Если правильное решение, и вроде бы голосование должно состояться еще в марте, максимум в начале апреля, насколько мы можем судить по последним источникам, то есть после этого голосования есть все возможности, далее уже за политическими решениями администрации Байдена, что именно и как быстро давать, естественно, в согласовании с Украиной и вообще в согласовании с Пентагоном в том плане, что именно нужно здесь и сейчас, а с чем можно подождать. И вот здесь нет сомнений, что есть возможности эту тенденцию, эту, скажем так, неблагоприятную перспективу, которая сейчас вырисовывается, их изменить. Может быть, имеется в виду обрушение фронта, если помощь вовремя не придет. Вот такая вариация событий. Ну, она здесь указывает, что вот в принципе то, что и вы назвали, это запасы критически важных боеприпасов для передовых украинских подразделений, которые сокращаются. Но вопрос глобального характера, вот насколько это возможно, то есть к чему это глобально может привести, приведет ли это к катастрофе? Тут, если говорить о прекращении помощи в принципе,
американской помощи в принципе, то можно предполагать, что в ближайший год, это далеко я не хочу заглядывать, да это неправильно, помощи со стороны европейских стран окажутся недостаточно для благоприятного развития ситуации на фронте. Так, это не очень смелое предположение. Есть еще, естественно, внутриукраинские проблемы. Я имею в виду, это мобилизация, это численность вооруженных сил. Но здесь все в руках, собственно, украинского руководства и украинского общества. Это не проблема, которая зависит от Запада. И вот здесь я еще раз скажу, говорить обрушение, не обрушение, но неблагоприятные тенденции, которые даже потихоньку реализуются, условно, неделя за неделей, месяц за месяцем, в течение многих месяцев приводят как минимум неважным результатам, которые видно, что называется, на земле. И это серьезные потери, потому что когда используешь что-то, экономя боеприпасы или просто у тебя отсутствуют те или иные системы, то потери выше, потери территориальные. И далее это не то чтобы снежный ком, но это может и стать снежным комом, чем дальше, тем хуже. Поэтому критически важна американская помощь. Без нее удерживаться будет гораздо сложнее, успехов и в обороне, и тем более в наступлении будет меньше, и потери будут выше. Это можно констатировать, к сожалению, вот так буквально этими словами. Ну а насколько и как? Кстати, многое зависит от европейцев тоже. Европейцы способны на большее, и вот эта вот инициатива Чехии, которой все страны подключились и вроде как должны в ближайшее время доставить очень значительное количество боеприпасов, она показательна, и показательна в том, что могут быть очень серьезные результаты без американцев. Но я, еще раз, не после всего сказанного, я все же склонен считать, что американские конгрессмены одумаются и примут правильное решение, потому что непринятие правильного решения будет иметь, я даже еще раз говорю, это даже дело не в моральных аспектах и конкретно помощи Украине, это будет просто иметь катастрофические последствия для американской внешней политики и для восприятия Америки во всем мире как союзника, как ту самую супердержаву, на которую можно положиться в важных вопросах. И я думаю, что здесь понимание наступит, и наступит достаточно скоро. Март, начало апреля, вроде бы сроки, когда есть планы одуматься, по крайней мере, предварительно. Спасибо за ваш ответ. Хотел бы также обсудить тематику встречи нашего президента с президентом Эрдоганом в Турции. Я знаю, что с вами можно это обсудить достаточно, так сказать, конструктивно, обильно со всех сторон и с военной точки зрения, потому что визит начался с посещения корвета гетьман Иван Мазепа. Это будущий флагман военно-морских сил наших ВСУ. Корвет вооружен пушками калибра 76-35 мм, противокорабельными крылатыми ракетами 8 пусковых установок и торпедами Marine 90 Impact. Параллельно, ну, хотелось бы отдельно по этому корвету, чтобы вы какой-то свой комментарий описали, что это за оружие, насколько сильно будет менять, так сказать, баланс сил. Второй вопрос, сам визит в Турцию. Тоже достаточно интересная тема. Хотел бы услышать от вас то, как вы его увидели. Ну, для начала о корветах. Это корветы турецкого проекта, которые Турция достаточно впечатляюще развивает свой военно-промышленный комплекс в последние годы. Естественно, основные вещи, которые Турция производит, уходят корнями и даже далеко не корнями в западные системы и в западных субподрядчиков. Тем не менее, успехи турок налицо. Как, насколько на бумаге этот корвет выглядит вполне впечатляющим современным боевым кораблем. Однако, конечно же, только эксплуатация показывает, каковы его реальные качества и конкретно боевые системы. Проверка их в бою и сравнение их качеств в тяжелых условиях, в том числе и учении. То есть здесь информации из открытых источников, насколько все вот это турецкие и не совсем турецкие, но находящиеся, производимые турками средства, насколько они соответствуют самым высоким современным требованиям, даст только время. В любом случае, на бумаге это выглядит неплохо. Однако важно понимать, что корвет этот не поступит на вооружение украинцев в ближайшее время. Скорее, это он поступит на после войны. Это такое вот. И далее это вопрос такой. Вопрос был такой, на мой взгляд, когда их закупали,
это было, ну, на мой взгляд, неверное решение. То есть, когда закупали корветы, на мой взгляд, а было это до войны, было правильнее бы сосредоточиться на других средствах сухопутной войны, которые были бы более приоритетными. И мы сегодня видим, что приоритетно это сухопутная война, а Черное море, хоть и важный театр боевых действий, но не на нем решается многое. Тем не менее, дело сделано, Украине нужны боевые корабли. И тут, кстати, тоже возникнет вопрос. Мы видим результаты применения разного рода простых и элегантных средств по Черноморскому флоту, и особенно по его крупным кораблям. И мы видим, что крупные корабли уязвимы в таком небольшом водоеме. И необходимо, а эффект от их действий, по крайней мере, с российской стороны невелик. И угрозы крупным кораблям, в том числе и украинского флота, от потенциального противника будут очень существенны. И предстоит дать немало ответов на вопросы, а как их применять, как их обезопасить и что, собственно, с ними делать. Интересные вопросы и весьма интересные ответы. Но это будет еще не скоро. Корвет, я же говорю, корвет во время непосредственно войны с вооружением не придет и не станет воевать. Это то же самое, почему турки, например, закрывают проход судам в Босфор. А вот отношения с Турцией в более широком плане – это очень важный аспект для Украины, да и не только для Украины. Турция – серьезный игрок и на Ближнем Востоке, и в европейской политике, и классический плясун на двух свадьбах. С одной стороны, они продают оружие Украине, или отдают, и даже передают оружие Украине, в том числе и важные системы, которые сыграли немалую роль в боях. С другой стороны, Турция – источник, серьезный источник всякого рода и доходов, и, главное, комплектующих, и средств производства, и всякого рода интересных вещей по серым схемам, поступающих в Россию. И я могу предположить, что переговоры с Турцией – это, с одной стороны, попытка подтолкнуть турок меньше вот таким вот интересным способом содействовать российскому ВПК и российской экономике, и наоборот, в большей степени проникнуться нуждами Украины. Ну а здесь, насколько именно у президента Зеленского и у Украины в целом, насколько у них убедительные аргументы в этом отношении, мне трудно судить. Однако пытаться и быть убедительным точно не повредит. А вот наиболее убедительные аргументы здесь могут быть, конечно же, у Соединенных Штатов. Это угрозы Турции, например, в собственности, в том числе эти угрозы работают. Мы видим, как турки периодически, турецкие компании, банки уменьшают сотрудничество с российскими структурами. Угрозы санкций со стороны американцев, ну, как всегда, кнут и пряник. С одной стороны угрозы санкций, с другой стороны некие профиты. И вот тут огромная роль принадлежит Вашингтону. Я думаю, что они могли сделать больше и жестче в этом отношении. Как всегда, многие вещи запаздывают, но лучше позже, чем никогда. И главное, лучше, потому что Турция – серьезный источник вот такого рода российских возможностей, и здесь есть куда надавить. Интересно. Также интересные новости. Новейший американский истребитель F-35 официально сертифицирован для того, чтобы нести ядерное оружие. Издание Breaking Defense со ссылкой на официального представителя программы истребителя об этом сообщает. Сертификация была проведена еще в октябре прошлого года под свободно падающую термоядерную бомбу B-61-12. Для простых обывателей, что мы видим? То есть баланс сил какой-то меняется? Что это такое? Что это за новость? Насколько она влиятельна? Сам этот F-35 до этого, я так понимаю, не мог нести подобное вооружение. Сейчас может, но что это дает? Кардинально это ничего не меняет, однако это добавляет неких возможностей, причем не таких, не нулевых, в использовании свободно падающих ядерных бомб. Сегодня, кстати, свободно падающие ядерные бомбы – это далеко не самое главное вооружение, когда мы говорим о ядерном оружии в целом и вот системе ядерного сдерживания. Основные системы – это, конечно же, баллистические ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты подводного базирования, крылатые ракеты с ядерными боеголовками, но и бомбы еще не сданы в утиль. И использование их как с других самолетов, так и с F-35 – это часть базисной доктрины НАТО.
так как F-35 занимает сегодня постепенно главную роль, начинает занимать главную роль в тактической авиации стран Альянса, Соединенных Штатов, безусловно, уже постепенно разворачивается в качестве главного игрока, и причем как ударника, так и страны Альянса закупаются постепенно самолетами F-35, придание ему этой возможности, конечно же, стало и было необходимым. Как таковая возможность, кстати, была и у F-16, и у других истребителей-бомбардировщиков. И вот, так сказать, в плановом режиме эта возможность была достигнута. Но не благодаря ей создается какой-то особенный перевес в соотношении сил между НАТО и Россией, или НАТО и Китаем, или Соединенными Штатами и Китаем. Но важно отметить, что самолет F-35 обладает малой заметностью, и поэтому даже когда у него оружие находится на внешних подвесках, у него есть определенное преимущество перед самолетами четвертого поколения, у которых радиолокационная заметность все равно выше. Ну а если оружие находится во внутренних подвесках F-35, то он получает колоссальное преимущество. Обнаружить его на большой дистанции сложно, целеуказание дать на него тоже сложно. И он, соответственно, может ударить из таких ситуаций, когда его и близко не видят. Ну или увидят слишком поздно. Так что этот самолет, за которым уже настоящее и, естественно, будущее, собственно, потому он и настоящий истребитель не фиктивный, а именно настоящий истребитель пятого поколения. В первую очередь, благодаря своей низкой радиолокационной заметности. Ну, несколько слов про то, что россияне начали массово изготовлять, производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500М54. Это полуторная бомба. Я так понимаю, они увидели, как эффективно могут стирать с лица земли целые города, используя вот эти вот ФАБы, и, видимо, решили увеличить их мощность. Ну, полуторатонные бомбы использовались и в Советском Союзе, и в России на вооружении существовали и так. Забросить ее достаточно далеко при помощи некого планирующих приспособлений, это способ избежать, с одной стороны, это способ избежать угрозы со стороны украинского ПВО, ну или, по крайней мере, снизить риски. Потому что в противном случае сбрасывать обычный ФАБ, то есть неуправляемую авиабомбу, сбрасывать ее можно почти, ну не вертикально на цели, но или почти вертикально на цели. В этом случае ты, в смысле истребитель-бомбардировщик, или просто бомбардировщик, подвергаешься колоссальному риску. Крылышки разного рода позволяют сделать это с больших дистанций, уменьшить риски. Ну а то, что бомба большая, даже при некотором промахе, добавляет шансов нанести ущерб. Ну а если целью являются города или цель крупку типа большая деревня, то есть много сот метров, то вот этого планирующего механизма с легкими элементами коррекции может хватать для того, чтобы попасть вот какой-нибудь радиусом 500 метров круг, и тогда они добиваются своей цели. Ну а за счет мощности боеприпаса, мощность боеприпаса несколько компенсирует, несколько, далеко не всегда, но несколько может компенсировать точность в некоторых случаях. Тем не менее, точность — это основа основ. И я могу сказать, что если бы российские бомбы, Россия применяла бы в массе именно высокоточные бомбы, по-настоящему высокоточные бомбы, применяла в массе по разведанным целям на поле боя, ситуация для украинцев была бы заметно хуже. Однако, на счастье, реально высокоточных бомб, которые можно с высокой долей вероятности класть в цели, их у них немного. Либо их можно класть в цели с близкой дистанции, когда риски очень велики, и поэтому ситуация, потому что у них нет этих возможностей ни в должном количестве, ни в должном качестве, ситуация лучше, чем она могла бы быть, если бы, не дай бог, у них были американские возможности по высокоточному оружию. Я имею в виду сейчас именно по бомбам, сбрасывающимся самолетом. Давид, спасибо за разъяснение. Спасибо, что отвечали на мои вопросы. Желаю вам хорошего вечера.
Хорошего вечера и побольше хороших новостей. Спасибо, спасибо. Давид Шарп, військовий оглядач з Ізраїлю, долучався до ефіру. Ось такі маємо новини. Максимально всебічно намагались оглянути військову ситуацію, те, що відбувається саме не безпосередньо на полі бою, а трошки вище, скажімо так, на рівень вище ці геополітичні ігри, в тому числі і те озброєння, яке зараз виготовляє Росія, в тому числі. Ну і говорили ми також про нашого президента в Туреччині. І про це ми можемо ще більш детально поговорити. Тож давайте дізнаємося деталі. Володимир Зеленський у Туреччині, де Ердоган, як очікується, наполягатиме на переговорах щодо припинення війни з Росією. Стаття з такою назвою була опублікована на британському виданні «Індепендент». Тож, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває у Стамбулі на переговорах із президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом, країна-члена НАТО, яка прагне збалансувати свої тісні відносини як з Києвом, так і з Москвою, і неодноразово пропонувала виступити в ролі миротворця між цими названими країнами. Очікується, що під час переговорів у Стамбулі Ердоган наполягатиме на переговорах щодо припинення російської війни в Україні, яка триває вже третій рік, повідомив турецький урядовець. Переговори також будуть зосереджені на можливих нових заходах, які б гарантували безпеку судноплавства комерційних суден у Чорному морі, сказав чиновник. Чиновник говорив на умовах анонімності відповідно до урядового протоколу Туреччини. Візит відбувається в той час, коли Зеленський продовжує тиснути на інші країни з проханням надати більше боєприпасів і зброї, щоб зупинити просування російських військ, які намагаються глибше проникнути в утримувану Україною західну частину Донецької області, а також в Харківську область на північ від неї. У 22-му році Туреччина разом з Організацією Об'єднаних Націй також виступила посередником в угоді між Росією та Україною, яка дозволила транспортувати мільйони тонн українського зерна через Чорне море. Однак минулого року Росія вийшла з угоди, пославшись на перешкоди для експорту продовольства та добрив. Тож у Стамбулі Володимир Зеленський також мав відвідати суднобудівні верфі, де турецькі компанії будують два корвети для українського флоту, згідно з повідомленнями його офісу. Ця зустріч відбулась, президент Зеленський відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу «Ада» для ВМС ЗСУ. Указом президента корвету присвоєно ім'я гетьман Іван Виговський. Корвет озброїть ЗРК «Міка ВЛ», гармати калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами 8 пускових установок і торпедами «Марін 90 «Імпакт». Контракт із Туреччиною на будівництво двох таких корветів було укладено ще у вересні 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 році, а кіль «Гетьман Іван Виговського» заклали в серпні 2023 року. Вчора писав указ, сьогодні він буде опублікований, указ щодо нового нашого корвету, який обов'язково також з'явиться в наших територіальних водах. Це вже буде гетьман Іван Виговський. Ну, я впевнений, що він також посилить наші військово-морські сили. Ще раз дякую за службу. Дякую, що Україну тут дуже поважаю. За партнерство дуже вдячний президенту Ердогану і всім оборонним компаніям Туреччини і України, які роблять такі сильний результат щодо повернення миру для України. Слава Україні! Востаннє Володимир Зеленський відвідував Туреччину в липні минулого року, коли повертався в Україну разом з групою українських командирів, які перебували в Туреччині після угоди про обмін полоненими і повинні були залишитися на турецькій території до кінця війни. Як пишеться в статті, ні Анкара, ні Київ не пояснили, чому їм дозволили повернутися в Україну. Ось такі маємо новини. Ми знаємо, що Туреччина достатньо серйозно намагається грати на обох сторонах того, що відбувається, і отримувати певні, так би мовити, преференції, якісь хороші ситуації для себе вигравати, бо ми знаємо, що в Туреччині достатньо висока інфляція, економічні проблеми, вони присутні, тож деяке
обмеження щодо товариства з Росії, воно є. Воно є, тому що Сполучені Штати тиснуть. Ну і у вигляді цього кнута та пряника намагаються впливати не тільки на Туреччину, а ще й на Китай. Тож, будемо дивитися, що буде в підсумку цієї зустрічі, які ще новини озвучать. Будемо слідкувати, слідкуйте за цим і ви разом з нами. Давайте продовжимо. Є ще певна інформація. Ми можемо поговорити безпосередньо от про Китай, про те, що я вам вже назвав. Економіка в них теж не така сильна, як би їм хотілося, тому що Сполучені Штати в своїх санкціях достатньо серйозно впливають на Китай, і Китай намагається якось цей вплив нівелювати. Тож, давайте дізнаємося, які деталі, як саме Китай намагається уникнути цього тиску і зробити себе незалежним від санкцій, від інших країн, і незалежно, в тому числі, і технологічно. Тож, Сполучені Штати Америки тиснуть на союзників, аби вони посилили обмеження на постачання обладнання для виробництва чіпів до Китаю. Про це нам каже «Українська правда» з посиланням на Financial Times. У жовтні 2022 року Вашингтон односторонньо впровадив експортний контроль, щоб загальмувати зусилля Китаю щодо створення або отримання високопродуктивних напівпровідників, які можуть використовуватися у військових цілях. Нідерланди та Японія, де компанії спеціалізуються на виробництві передового обладнання для виробництва чіпів, минулого року приєдналися до США, впровадивши обмеження на експорт складних машин та компонентів. Однак, незважаючи на контроль, китайський виробник мобільних телефонів Huawei та шанхайська корпорація SMIC, обидві компанії перебувають у чорному списку США. У серпні повідомили, що вони виробляють передовий чіп, який використовують у телефоні Huawei Mate 60. Видання Bloomberg повідомляє тим часом, що Китай готує 27-мільярдний чіп-фонд для протидії зростаючим обмеженням з боку Сполучених Штатів, а Вашингтон закликає союзників посилити контроль за експортом з Китаю. Тож, Китай знаходиться в процесі залучення понад 27 мільярдів доларів для свого найбільшого на сьогоднішній день чіп-фонду, прискорюючи розвиток передових технологій, щоб протистояти американським компаніям, спрямований на перешкоджання його зростанню, пише видання. Відомий як Великий фонд, підтримуваний державою, розширює свою сферу діяльності саме тоді, коли США готуються різко посилити технологічні обмеження – покликані зупинити розвиток китайських мікросхем і штучного інтелекту. Створення набагато більшого третього фонду під безпосереднім наглядом потужного китайського міністерства технологій свідчить про відродження зусиль, спрямованих на освоєння найбільшого у світі ринку напівпровідників після багатьох років перемінного успіху в умовах централізованого керівництва. Huawei та її партнер SMIC все ще були змушені покладатися на технології американського походження для створення передового процесора минулого року. За словами співрозмовника, мета Пекіна зараз полягає в тому, щоб об'єднати цінний капітал по всій країні для реалізації великих проєктів, що є ключовим елементом підходу президента Сі Цзіньпіна до всієї нації. Секретний великий фонд є основним інструментом Китаю для надання фінансової допомоги місцевим виробникам мікросхем. Заснований у 2014 році, він залучив близько 45 мільярдів доларів капіталу та підтримав десятки компаній, включаючи місцевих лідерів у виробництві мікросхем SMIC та Yangtze Memory Technologies Co. Шанхайська компанія SMIC є основним виробником мікросхем для Huawei. У 2023 році він успішно виготовив 7-нанометровий процесор для Mate 60 Pro, що, як вважали в США, було недосяжним для Китаю. Вважається, що компанії, які отримують капітал від великого фонду, мають офіційне схвалення Пекіна. Зазвичай це допомагає відкрити двері для інших потенційних інвесторів і отримати більшу політичну підтримку. Проте фонд працював
переважно за лаштунками і тримав інвестиційні стандарти подалі від очей громадськості, що, на думку деяких критиків, підривало підзвітність. Тож, основна ідея полягає в тому, що Китай хоче стати менш залежним від імпортованих технологій, особливо в області виробництва чіпів, і це стає відповіддю на обмеження, які Сполучені Штати намагаються накладати на китайські технологічні досягнення. Ризики та загрози можуть виникнути з боку недостатньої прозорості та відповідальності управління цим фондом, особливо після звіту про корупційне розслідування в 2022 році. Якщо фонд не дотримується високих стандартів управління та вкладення коштів, це може призвести до невдач та втрат інвесторів. Також важливо врахувати, що ці зусилля Китаю в сфері технологій можуть спричинити напругу у відносинах з іншими країнами, зокрема з тими ж Сполученими Штатами Америки. Тож, друзі, поки це все. Дякую, що були зі мною. Не перемикайтесь, бо о 20:20 продовжимо.